Всем привет, YouTube привет. Вот вопросы задают, наверное, не зря, залазили. А как бывает, тут вот, что там попадают крашеные детали, вы их ремонтируете, можно же краску вырвать. Да, можно вырвать, вот. И получилось, это уже я расшлифовал, пошел трезаком. Я знал, что этот капот крашеный. Вот они вмятки, как бы. Тут зоны ремонта даже видно, как бы слышно. Вот она шпаклевочка, вот, неровности остались. На итоге 500-кой, 800-кой расшлифовал. Здесь тоже неровности везде есть, даже вот скольчики есть. Ну а что делать? Моя задача сейчас просто-напросто подкрасить лачком. Это база под лак белый. Вот она побежала, подобрали мне. Вот теперь... Что делать? Будем подшивать, неудобно в таком виде отдавать автомобиль. Вот. Сам виноват. Проявил невнимательность, вот получи. Как говорится. Теперь будем подкрашивать и полировать. Ну а что делать? Так что вот так все бывает. Все случается. Ошибается тот, кто ничего не делает. Ну а в данном случае что? Ну подкрашиваем, переделаем. Тут же не на выставку. Вот, все в принципе нормально, все. Вот, все будет зергут. Что, вот ход дошел, пистолет помыл, налил туда базу. Подготовлено, обеспылено. Тут она так и подкрашивалась, вот так питаем. Так мы и будем подкрашивать. Я не стал ничего укрывать. Тут переход и так учится. Все везде открыто. Улица. Как бы очень тонким слоем. Опять же. При помощи вот так лампы осветить, чтобы видно было, где подпыл, где не подпыл, где укрыло, где не укрыло. Вот, красочка беленькая, чтобы не было этих просвет. А вот такая лампочка, она все просвечивает с помощью нее. Все обезжирено, обеспылено, собственно. Задуть и все. Ну так, как ни в чем не бывало. Ну вот просвет мы видим. Вот оно пятно подкровное. Сейчас надо пройтись лачком. Ну вот, я не стал жадничать и освежил подальше. Сейчас вот на вот этом месте сделаю чуть подолью переход. Завтра полить будет все как надо. Ну вот, вот таким солидом лаком хайсовским. Я сделал, добавил брюликса, антисиликон. Потом вот он, переход по лаку. Я специально подписал. Одинаковые банки похожи по лаку и по базе. Поэтому, чтобы не путать, подписано вот по лаку. Переход сделан. Я пару раз подпылил. Здесь вот где-то до этой части, вот до сюда, у меня подшлифовано трезаком. Так что, в принципе, есть куда разогнаться. И вот где-то такой шны, вот перепыл по всей вот этой зоне, перепыл растворителем для перехода. Так что я думаю, все получится у нас. Вот, и уже такого бельма нету, как когда при покраске. Вот, все уже куда делось. Хорошо.